О, Любовь Николаевна, синьки идут они. Ох, они друзья. А вот садись да покачайся. Маленькая, она здесь рядом. Да синька такая хорошая, кошечка, да замечательная. Да у ней шлейка такая. Обязательно ее прогуливать. Эти поедут сейчас на все лето, бегать будут. Они на улице у меня живут, в комнату заходят. А это-то нигде не бывает. А глаза-то какие, вот посмотрите, почему зовем синькой, глаза у нее синие. О, красавица. Ну, вот она как. А что рот-то раздеваешь, охота бегать куда-то, да? Ну, синька ты синька. Вон, кто сложит синьке, синяя юбка, синее платье, синее по... Вот они соединились, да, около синего неба. Вон оно, небо-то какое, ни облащенки нигде нету. О, там голубка какая-то вылазит. Сегодня 10 было у меня. Вернулись те, которые улетали. Давай. Ой-ой-ой. Да глазки твои оставим на память. Во весь экран. Я на коленке стал. Это у нас сегодня уже 7 июня 2023 года, среда. Но синьки. Я ей принесу это, Галешков. Пусть она поможет. Ой-ой-ой. Кого? А? Синька. Синька такая, лапки у нее тут погладить можно. Что, не нравится, что глажу? Или ничего? Пойдет? Синька ты, синька. А в деревне ты бы бегала там. Вот в город рвутся. Зачем рвутся, непонятно. Вот она что тут легла, травинка. Рядом травка вокруг. Ой. А тут 4 качели Виктор Андреевич их сотворил. И большая елка. Была небольшая, а сейчас, я не знаю, метров, наверное, 15. Огромная просто. Сейчас я зайду вон с той стороны, подойду к вам и пойду за гальянами. Года 4 назад еще были. Это вот занятия тут идут. Вот тут я вытащил. Не нужно никому, может быть. Володя возьмет. Хотя я отошел специально, чтобы показать. А тут и не видать, береза закрыла. Береза закрыла елку. Отойду с другой стороны. Вон туда, около дома, в тенечек стану. Ой. С чем сравнить-то, чтобы видно было? Это бутылка. Ага, вон почему закрывала береза. Вот оно как здесь. Любовь Николаевна тут качается. А рядом лежит синька сюда глазами синими. Синька, а-а-а. Качайтесь пока, я покажу, какая у нас елка здесь. О-о-о, какая, выше березы. Вот она. И какие у нее сучки. Рядом вишни. Ну, огромная. Но чтобы видно было, вот дом рядом соседи, прямо рядом. И присмотри, насколько она выше. На много метров. Вот так. А это у нас тут калина. Осенью собирать придется. Калина. Вот это яблочки. У соседей он березка была, там все согнали, убрали этот двухэтажный дом. Он вполне еще хороший был, но, видать, перекупили. Всем дали денег, чтобы внутри города все это окупится у них. А вот ревень, 3 куста. Вот оно. Я его добавлял в пищу, а потом просчитал, что при моих страданиях
что вроде бы как он и не нужен. О, вот так Господь взял. Вот и из-за нее, вон куда еще видать березки эти, калина. Ну, а это вишня. А это вот все виноград. Михаил Петрович все это делает, Коряковцев. Раз, два, три, четыре, восемь забитые стержни железные трубы. И железные натянуты, железные вот эти, как я, ну, они заложены вовнутрь, вода не попадет. И вот поднимается виноград. Смотри уже какие. Ну, дальше надо будет, дальше привязывать. Прям на глазах растет, надо же. О, вот я смотрю все. Тут мы фотографировались. Вот она. Это у нас место храм, где молимся батюшке на окно. А это вот, чтобы кошки туда не лазили, это чеснок. Чеснок, не лук. Вот чеснок. Беру каждое утро лопухи свежие. Это одуванчик. Крапива двудомная. Ну вот чеснок и ревень. Ревень я уже дня три не беру. О, давай-ка. Я принес гальяшка. Вы прям вплотную к ней, вот так. И туда рядом. А трава мешает ей. Она сейчас снимет ее. Синька должна нас знать, если убежит. Это гальяны мелконькие, 5 граммов он весит. Что не съела? Вот уже язычком она. Вот, положи рядышком еще. Да-да-да, в стороне надо дальше, дальше, рядом где они, она ползет в траву. Видишь, неправильно сделала. Я же сказал, ложить туда, видишь, она легла, и она не... Вот выбрал я траву, а теперь только в это место вот и ложи. Вот, вот сюда вот. Вот она ее сейчас. Да, клади. Ну. Вот в это место. Во, во. Ой, синьки. Так, маленько сзади руку заводи, чтобы она вперед не двигалась. Ой, она любит синьки. Ну-ка, давай-ка. Во-во-во-во-во. Она за шиворот назад. Это упрощенная схема. Надо, чтобы... Я ляг на боку лежу снимать. Видишь как? Вот синька здесь, это Володя уехал, двух кошек увез, теперь дальше я везу. Прям с руки давай ей. Вот она как. Она уже в годах. Ей лет, наверное, 7 есть, 6. Мы так привыкли друг к другу, что расставаться-то неохота. А у тебя где ты накрасила руки-то так? А вот за эти. А вот эти. На, вот, смотри. Ну, блин. Вот так вот она с руки у тебя будет знать. Когда убежит, ты... Ну, она легко. Поеду я тебе, вам дам гальяшки, да, вот, чтобы где-то были в запасе. Чтобы ее привещать. Сразу раз за руки и обратно. Ну вот, считай. Мышь что? Наелась. Она посты все равно не соблюдает, любую мышку съест. О, синьки, синеглазая. Ну и ладно. Все. Так, воду завтра еще рано. Ванну-то не вычерпывали? Нет еще. Ну нет, тогда с ним разговаривать не надо. Скажи, нет, нет, нет. Нет, когда... Я ему и сказал, говорю, я не видел, что вычерпывали. Нет. Смотрите, как виноград-то пошел. Ну, она должна идти, я его поливала. Вот она, зелени сколько поднялось. Ну, в воскресенье мы его. Ну все, я не нужен, пошел. Да. Продолжайте тут быть. Ну, пока здесь. Аллилуйя. Хорошо.